Западом. Он пригрозил Западу отказом от диалога в случае, если западные страны не признают итоги парламентских выборов. В качестве примирительных жестов для Запада Лукашенко освободил из тюрем многих оппозиционных активистов, сообщает BBC. В отличие от прежних лет, большинство кандидатов от оппозиционных партий были зарегистрированы. Для наблюдения за ходом выборов в страну были допущены западные наблюдатели. Лукашенко также нанял ряд известных западных пиар-агентств для улучшения своей репутации. Конгресс США окончательно утвердил законопроект, предусматривающий выделение Грузии американской помощи в размере 365 миллионов долларов. Средства должны быть предоставлены для содействия Грузии региону для гуманитарной и экономической помощи, реконструкции, связанных с энергетикой программ, а также деятельности в области демократии, говорится в тексте законопроекта. Президент США Джордж Буш и госсекретарь США Кондолиза Райс 4 сентября объявили о выделении для Грузии американской помощи в размере миллиарда долларов. Из этой суммы 570... Thank you.